Всем привет! Это такой яблоневый сад. Здесь у нас стоит наша пасека. Тут Саша работает. Это посадили новые саженцы в этом году. И тут интересно, я нашла одно деревце, больше я не вижу. Где вот такие маленькие яблочки, и их так много здесь. Такая красота. А там дальше это еще новые саженцы. О, здесь тоже яблочки маленькие. Думаю, что они уже не вырастут. Красненькие. Ну, это нормальные яблоки будут. Но они сейчас почему-то маленькие такие. Вот сад, где такие большие яблочки. Вкусненькие. На вкус они кисло-сладкие. Такая плантация. Вот. Таких яблок. Прохожу. Уже вечер, но еще видно. На дереве очень много яблок. Яблоко на яблок. Тоже такие красненькие. Изобилие яблок. Красота. Небо красивое. Я всегда смотрю на небо. Часто там такие узоры красивые. Деревья небольшие. Но урожай замечательный просто. Это тот же фермер, где мы рвали клубнику. И малину показывала я. Смотрите видео. Короткие видео шортс. И такое видео полное, где я показывала, где мы рвем клубнику. Вот это тот же фермер. Садовник, скорее всего, назвать. Поскольку у него вот яблони. Яблоневый сад, малиновый сад. И ягоды. Надеюсь, вам было интересно. Просто не удержалась, чтобы не заснять такую красоту. Желаю вам всем еще летнего настроения, летней погоды и прекрасного-прекрасного урожая. До новых встреч на моем канале!